Хочу с вами попробовать. Знаете что? Вчера София каталась на велосипеде и, видите, вымазала штаны. Об цепь, наверное. Не знаю, там вроде бы и защита стоит. Ну, в общем, вымазалась. Девочки, сейчас с вами будем проверять. Хочу запшикать вот этим пятновыводителем. Я выведу бутейки плямы. И вот этим порошком мы с вами постираем. Вот. Будем эксперимент проводить, девчонки. Потому что это не дело. Что-то я так переживаю. Это ж мазута. В общем, я его наношу. Видите, такая пенка появляется сразу. Ну, вот так. Есть. Теперь эту сторону. Ну да, тут мазута. Не знаю. Я ничего тереть не буду, девочки. Я положу машинку, и пусть машинка стирает. Сейчас все забрызгаю. Потом посмотрим, какое оно будет. Запах, кстати, пшикалки такой, ну, не едучая, не противно. Хорошо забрызгаем. Ну и все. И отправляем машинку стирать, потом проверим с вами. Вот такой внутри порошочек. Здесь вот такой мерный стаканчик. Ну, я на машинку добавляю, мне там еще светлое, вот таких три мерных ложечки. Все, девочки, загрузила, стирается. Потом проверим, отстирается или нет. Всем привет поближе. Девочки, мне писали там, ну, многих такие резиночки. Не знаю, мне нравится удобная. Кто-то написал неудобно. Не цепляет ничего, удобно, девчонки. А я поменяла постели. И сейчас хочу сбегать, но, наверное, не успею. А может, успею. Магазин, там подушки я видела, продавались. Мне надо одну подушку поменять. Она такая ужасная, Женина подушка. Прям ужасная. Я даже не стала наволочку одевать. Сейчас сбегаю. Короче, если будет подушка, куплю. Мусор сбегаю, выброшу. И куда еще? И на почту мне надо сходить. Аня посылку прислала, забрать посылку. Так, не знаю, сколько подушка стоит. Сейчас схожу в трешку, девочки, в трешке сейчас куплю подушку. Ну, там нормальные подушки лежали. Так, я даже сегодня не красилась, без макияжа. Ну, некогда мне краситься. И так хорошо. Дан-дара-дан-дара-дан. Девочки, не забрала. Не купила этой подушки. Магазин закрытый. Завтра уже схожу, куплю. Забрала посылку. Сейчас посмотрим. С вами на улице жара. Так. Сейчас откроем. Аня тут упаковала все. Мне уже на балконе снова начинают коробки собираться. Жарко на улице. Хорошо. Да-да-да. Вам не видно? Не видать? Пониже еще. Так, это ноутбук
после ремонта. Ноутбук хорошо. Это, наверное, она себе покупала. Бабушка сказала, ей надо бабушке вот это, да, девочки, вот эта штучка. А, тут коробка только объемная. Так, это у нас этот. Это у нас коллаген, но это не мой. Это девочка заказывала. Мне ей надо будет отдать. Коллаген, омега-3 и витамин D3. Детский и взрослый. Это девочка заказывала. Так, что тут? Тут кое-что у меня на подарок. Не хочу показывать. А, вот это дедушки. Крем для пяточек очень хороший. Здесь 40% вот этой кислоты мочевины, по-моему, как-то так называется. У меня 10 или 20. Вот это очень хороший. Это она дедушке передала для пяточек. А мне передала. Вчера я вам рассказывала. Этот. Вот такой вот гель для душа. Вот. Такой. Ягодный. Я думаю, будет пахнуть вкусно. Сейчас понюхаем. Ой, компотиком пахнет. Вкусненько. Удобно с дозатором. Так, остальное, девочки, не могу вам показать, потому что... Потому это на подарок. Мне надо поздравить человека с днем рождения. А если я покажу, он заранее все увидит. Она увидит. А я не хочу, чтобы она увидела. Пусть это для нее будет сюрпризом. Посмотрит видео, и ей уже будет неинтересно. Подушку не купила. Ну, завтра куплю. Придется. Ну, женек тогда еще поспит сегодня на этой. Кто меняла постель, она мне что-то так... Я еще в прошлый раз меняла постель, она мне уже не нравилась. И ему говорила, надо поменять, надо поменять. Ну, в общем, надо этим самой заниматься, потому что это будет быстрее. То Женя будет тянуть долго этот... это меняние. Потом это продлится долго. Ладно, завтра тогда куплю. Машинка стирает, сейчас достирает. Сейчас я это все уберу. Привет, Микочка, привет. Привет. Я тебя с собой не брала, мне бы неудобно было. Я же надо было... У меня руки были заняты. Тетя тут прилипла. Что-то тут прилипло. Девочки, кто видео не смотрел, может быть, под вчерашним видео я оставила в описании рецепт тортиком этот медовика. Ну, вдруг кто, может, не посмотрел то видео, чтобы вы знали. Я не рассказывала, там вам написала, я думаю, будет понятно. Вот. Так. О, девочки, какие вчера вкусные голубцы получились. Сейчас, наверное, поем. Ну да, время уже 3 часа, можно и поесть. Вкуснейшие, прям обалденные получились. Мы, наверное, 2 раза ели. И София ела, все ели прям вкуснючие. С пюрешечкой, объедение. Так, ладно, пошли, Микуська, разбирать все. Подавай. А вечерком с тобой сходим на уличку. Да, вечерком сходим погуляем. Мы вчера гуляли, ходили, да, долго гуляли. На улице тепло, хорошо. Да, и Микуся гуляла. Я ее даже с поводка, отстегнула, и она так бегала, понравилась ей. Молодец, не убегает далеко от меня, она молодец. Она, мамина дотечка, да, мамочкина. Да, пойдем обедать. Ой, с этой, вот эта София мне обновила телефон, девочки. Теперь вообще камера мне вообще не нравится. Вообще не нравится, как снимает. Сейчас, девчонки, нагрею голубчиков.
вкуснючих. Даже без картошки буду. Просто так. О. Сейчас подливкой надо полить еще. Подливочкой. И будет объедение. Почему-то раньше для меня казалось, что голубцы, это так долго с ними возиться, и я их очень редко делала. Все, после того, как у меня вот такие манюнькие получились, девочки, так все быстро это делается. И не тяжело. И не тяжело. Так, ладно, буду я есть, а к вам включусь позже. Зайди. Всем привет, девчонки. Так, я этот, у нас новый день. Высушила волосы сегодня по-своему. Ну, меняю, в общем, так и так. Вчера я вам так и не показала, девочки, высохли штаны. Сейчас покажу, как они постирались. Так, девочки, смотрите, вчера постирала. Вот штаны, ничего не осталось. София даже смотрит, говорит, я даже не помню, где была грязная. Я говорю, ну, грязная вот эта часть внизу. Девочки, все выстиралось. Но ткань, знаете, как после вот этого порошка, немножечко ткань такая вот супковатая, жестковатая. Надо ополаскиватель, мягчитель добавлять. Ну, главное, зато выстиралась. Так что, если кому надо, и отбеливатель, и порошок мне понравился, хороший. А мы пойдем сейчас в ателье, сходим с Софиком, и за подушкой схожу. Я иду вот так, девочки. На улице ж потеплело. Иду в этой кофточке, которую покупала в Харькове. Она такая вязаная немножко. Так что так пойду. Надеюсь, не замерзну. Хорошо, что я купила ту кофтейку. Такая хорошая. Все. Все, вы собраны? Да. Ой, София вообще раздетая. Вообще раздетая в футболке, штанишка. Так на улице тепло. Хорошо. Все, бери штаны, которые надо подшивать, и пойдем. Пришли в ателье, работает. Ага, а выходные суббота неделя. А сегодня понеделок. На улице тепло, девочки. Мы вышли, я говорю, в подъезд. Я говорю, боже, надо что-то накидывать. София говорит, это в подъезде холодно. Выходим на улицу, да, на улице тепло. Тоже стоять. На море надо. На море, море. О море остались одни воспоминания. Красотка. Сейчас попросим, чтобы нам сделали до выходных. До пятницы. Угу. Девочки, трешечка. Трешечка. Вон, видишь, как у меня это такая чесночница. Девочки, много всего. И мисочки, и барахолочки, и мочалочки. Ладно, девушка, пошли. А скажите, пожалуйста, клеенки в какую цену там занимают? Односторонняя 25, двусторонняя. Порошки. Односторонняя 25. Корзинки он вверху. А, нет, тоже для выпечки разное все. Сковородочка 240 разные, 400 разные сковородки, там он с крышкой 390. Вот эти хорошие, да, для выпекания, запекания чего-нибудь там. Ну, это понятно, одноразовое. Ну, так приготовить. Сколько же это одна штучка стоит? Цен что-то нету. И кругленький. А, наверное, вот это 25 гривен. Круглая.
15. Салатики резать. У меня такая, а у меня сеточка есть. Все надо, да? Мне вообще нельзя по таким магазинам ходить. Нельзя. Так. Так. Да, тоже было хорошо, да? Вот тут такое. Мусорные пакетики. О, может вот эту взять. Я тут раз на нее смотрела. У меня кисточек, правда, полно. А, вот тут, а чашечки вечно нет. Давай 60 гривен. Отдельно 50. Не продаются? Нет? Отдельно вот такое. А что это такое? Не знаю. Ладно, свои мисочки покрашу. Без понятия не вижу, что это такое. Нет, в штатив подставки не что-то. Да нет, сюда что вставляется. Ой, повесишь? И прищепочки, и расчесочки. Ну, что хочешь. И пакетики, и полотенечки, и тряпочки. Носочки. Вот эти хорошие у меня такой для посуды. Помоешь, он хорошо впитывает. Все, девочки, подушку для Женька купила. А, Стёбана. Будет стёбаный Женька, стёбаный. Девочки, пришли домой. Боже, какая на улице жара. Прям жара. Так, подушка стёбана. Нисто Одесса. Обычная подушка, девочки. Микки, не трогай. На, поиграй пакетиком. Вот такая подушка. Ну, лучше, чем... Сейчас я ему поменяю, а ту на мусорку выкину. В этот пакетик положу и выбросим. Да, Микишка? Давай. Новая подушка папе будет. Вот та прям вообще ужаснейшая. Так что ж, девчонки, жара жарой. Жара жарой. Я еду в шортах. Трешечка вот такая у нас. Ну, там все, что хочешь, есть. По мелочам можно купить все, что надо. И цены такие доступны. Подушка сколько? 240 гривен. 250. Нет, 240. А, ну, я не помню. И ни в чем себе не отказываем. Нормальная. Бута ужасная прям. Да, выкинуть. И забыть. Все, девочки, я с вами прощаюсь на сегодня. Всем хорошего вечера, дня, настроения. Все, пока.